Здравствуйте, это наш любимый игрок Клондайк. Итак, у нас очень давно не было гостей. Сейчас мы находимся в ВК. Да, сегодня не среда, сегодня понедельник. Но мы идем, летим в гости. Написано 90, на самом деле 122 уровень. И с торговцами сказали, приходите в гости. А вот мы взяли и пришли. Ой, по-моему, слишком много торговцев. У меня аж подвисает. Эти гости похожи больше на, что я попала на какой-то оптовый рынок. Оптовый почему? Потому что здесь идет торговля в большом-большом объеме. Не, ну, знаете, честно, вот такую ситуацию я встретила первый раз. Ну, то, что там организованные кролики, ну, это воспитание, я понимаю, собрались в кучку. Но вот это вот, ну, две, ладно, я понимаю, что я тоже так делала, ставила сразу два котика, чтобы быстрее собирали. Но это у нас собачка. Я просто растерялась. Раз, два, три, четыре, пять. И простенький. Шесть. Он тут бедный рыжий. Ну, среди этих красавцев, ну, даже как-то не смотрится. Шесть котов вместе на одном поле я не видела. Вот честно. Так, с пекарнями. Ну, красота неописуемая. Наем, ну, нет слов, все хорошо. Один комплекс загулял, это не важно. Ну, тут прям даже место для птичек есть. О, ботанические вы мои! Много, ну, очень много. Ну, по идее, вот я так понимаю, что надо торговать в основном не капустой, а торговать в ботанических садах периодически тоже. Хотя, видите, тут, кстати, можно еще и провианта запастись. 10 провианта, 500 кварца. Ой, у меня с кварцем тоже, ну, прям вообще никак, ВК. В Одноклассниках с ним все хорошо. Так, торговцев много. Я прям, вы знаете, я просто вот здесь, ну, скажем так, растерялась. Лимит амбаров, ну, тоже шикарный. Ну, сейчас сказать, какой лимит существует, тяжело, потому что сейчас день. Ну и скажем так, что часть лимита уже была потрачена, поэтому у человека это не полный лимит явно, а уже так часть. Остатки роскоши. Ой, тут потерялся один отельчик. Не, ну ферма очень богатая, прям. Богатая-богатая. Ой, очень богатая. Столько металлургий. Много. Нет, мало. Хотя, вы знаете, может быть и много. А, ну да, они еще здесь. Много молокозаводов. А чего мало? Кстати, вот если когда строите, то пилорам строим меньше всего, потому что их много не надо. 2-3 и реально достаточно. Ой, нашла, нашла. Честно. Во-первых, я не знаю, есть ли собаки. Нет, собаки есть. Но я нашла, понимаете, ну зашла в гости, все красиво. Похвалить похвалила, а вот сказать, ну, чего-нибудь там, ну, знаете, вот иногда хочется сказать, а вот так это, не так это. Кролики есть, тоже не скажешь, а вам нужны кролики. Ну, я нашла. Я, честно, вот мне было тяжело найти, чего не так. Кожа и меха, ее мало. Подождите, может быть, еще, нет, еще есть. Все, сдаюсь. Сдаюсь, шикарная ферма. Торговля бьет ключом, шоколадки на капусточку, рога на капусточку и всего, чего хочешь, на капусточку. Механизмы, комплексы на воду, вода на сосуды. Ну, торговля большая, торговцев много и... Обратите внимание, даже так получилось, что я пока все рассматривала, видео у меня вышло необычно, как две минутки, а ого-го затянулось. Ну, красиво, шикарно, ну, нет слов. И на этом все. До новых встреч.